каникулы закончились, первый звонок прозвенел. Дети вышли на дороги. Время быть бдительными. Начало учебного года – пик аварий с участием школьников. КАИ усиливает контроль. Улица Минская, рядом 18-я школа. Экипаж ГАИ следит за соблюдением правил. В частности, сотрудников интересует включенный ближний свет фар и скоростной режим. В Бобруйске продолжается акция «Внимание, дети». Самая популярная фраза в эти дни – «забыл». Почему вы были без включенных фар сегодня? Забыл. Серьезно, забыл. 3 дня ездил, сегодня забыл. А, ну, про акцию знаете, что она проходит дважды в год? Каждый год прохожу, ну, всегда включаю. Жизнь наших детей, конечно, дорога, поэтому как-то надо быть более внимательным. Поэтому и предупреждают, внимание уделяют. Машина включена, свет, ребенок уже как бы обращает внимание на движущую машину. Первый раз предупреждение. За повторную забывчивость – штраф. Максимальная сумма – 87 рублей. К слову, за время акции уже привлечено к ответственности порядка 90 водителей. Не забывайте, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. Учитывайте тот момент, что дети, которые идут в школу, они могут перебегать через пешеходный переход. Конечно. Сбрасывайте скорость, соблюдайте скоростной режим. Я где-то езжу за городом 80-90, а в городе 50-40. Все, будьте внимательны, хорошего дня. Огромное спасибо. В начале учебного года особенно важно напомнить о правилах безопасности. Водители, осознанно относитесь к своим действиям за рулем. Школьники, учите, повторяйте ПДД. Госавтоинспекция напоминает ребятам о том, что необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части дороги, будь то регулируемый пешеходный переход, либо нерегулируемый. Также о необходимости спешиваться с велосипеда на пешеходных переходах. Акция «Внимание, дети!» проходит 2 раза в год – в начале и в конце летних каникул. Нынешняя завершится 5 сентября. За последние 8 месяцев на территории города дети 9 раз попадали в аварии. Одна произошла по вине ребенка. Буквально вчера в Костюковичах под колесами машины оказалась 9-летняя девочка. Школьница переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас она в больнице. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.